Призрак тут. Давай подходи. Поставишь что-то интрепета. Ваня, развернись в пятом бери. Гильдаль, кидай сразу антифир на ротрамбурлера. Ваня, вари. Где Ваня, вари? Где он тут? Все. Плюса нету. Да, где он туда на стекло спрыгнем, нюхайся. Блять. Да все, идет уже. Чек. После до 50% хп, потом будем просто сливать мобов. Сначала сливаем часовых, потом ждем дики. Фагрите там. Быстрее в трэш. Давай, отведи босса до звездочки. Входим назад. Бейте его себе. Ну, долго бить. Ну, все, пока не бейте. Убираемся опять под босса. Сейчас будет удар от босса. Больно бьет. Давай мелкий трэш. Потом... Фраза не бить босса, не для престов, что ли, или че? Давайте, защитником. Драк, вставай. Отведи дальше моба. Короче, убиваем каст, веди босса подальше от этой лужи. Было удобно, вам легче. С этой лужи выйдет следующий защитник. Гильдаль, давай антифир на вот рамблера. Еще когда? На, Дальте. Перепутал вас. Хантард Вейдер. Ты вроде за тактику что-то рассказывал, сейчас бьешь босс. Забав и тишина. Боже, выходим. Интересно. Теперь надо бафать шума. Уже могу антифир бафнуть. Дай. Минус два ханта, не страшно. Новый защитник. Сыграли в него. Не бейте босса. Не бейте босса. Кому ты говорил про тактику? Сводит новый защитник. Играйте в защитник. Да, пошлите сразу на Мимирона, мы пойдем. Надо по другую сторону уже поворачиваться назад. Мы скоро дойдем так. Или на генерала можно пойти. Играйтесь опять под боссом. Сейчас будет визг. Новый защитник. Снова защитник будет.
О, отлично. Икс под босса. 4 жизни еще. Опять виск. Установи босса как, ну, до фира поставь его. Ну, до фира. Да? Иди в обратную сторону. Почему на лестнице бегаем? Проще, что главное, босса не убить. Ладно, беги, просто спусти назад, так будет всем уже. Давайте все. Будет проще всем. Новый защитник. Вася, где? Что-то и тут перестал работать, шансончика нету. Ты говоришь? Да что-то и тут не работает, шансона нету. Кидай антифир на ДК. Придется в машину идти за дисками. Не бейте босса. Босса-то убили. Не бейте босса. Точечно играйте дикого защитника. Что, нет? 9? Нет, еще одна за... Последний, но остался. Что, завтра Новый год? Да, бах новогодний, да, 70 тысяч. Давай подытожим, что мы добились за этот год. Ничего? Чего мы добились за этот год? Слава, сколько ты видосиков сделал за этот год? Не знаю. В терабайтах это, да? В терабайтах там. Пару терабайтов. Так, все, ноль защитников, да? Угу. Да, да, все. Можно. Пошли сразу на это, на... Ну, вот это, который тут сразу стоит. Что там, тенефобия, да, такое все. Сначала надо. Дверь закрыта, но... его нельзя. А ты думал? Просто тут? Он сначала сложнейший боссов убить. Попасть. А какой тут самый сложный босс? Пожарник. Кого мы сейчас убили? Ой. Будет самая легендарная чива. Давайте, забеги как можно быстрее в лужу. Они сугроб-то пройти мимо не могут, а ты про лужу говоришь. Да не, давайте так, надо и сделать, если кто-то вайпается, мы... Валя, ты чего мы заново? Пару вайпов, и мы поймем, как ее делать, верно? Времени у нас полно. Тут в трэше плащ лежит. Налево, пожалуйста. На ДФБ хорошая. На это на ПТ. Это на посланник. Да, возьму, пожалуй, спасибо, что заметил. Али.
Тебе нужен, да? Понял. Площадь с критом нету и скоростью? Ну, есть, наверное, но там мана все делится. Ну, я не знаю, я думаю, берут с регеном. Там это, у вас 25 плюс 3. Просто же меньше хп и меньше. Гимн же шли. Далее зашел в лужу. Кто? Петер, ты здесь? О, это килли. Фирстар сагрил сугроб, бля. Блять, ты чё это... Чё я вечно? Классно, Деда может больше всех. Да, блять, особенно Дестриком, который играть не умеет. ГПМ, Вань, ГП. Я в ретрика. У нас в рейде мало на пула, так что следите с вами игру. Ну то без шуток на полном серьезе мало на пул. Я и тут же есть не напуливает. Думаешь, ты думаешь, я все время шучу, когда смотрю на трех хантов и смотрю их ники, потом говорю, у нас на пула нет. Не шутки. Я только в РС-ке трэш на мелкие напуливаю все. Ну может там ссылка кого-то напулил, так все. Знаешь, прикол, хантов 4, Олег сказал их второй, значит он кого-то со ханта не считает. Обидно кому-то, да, сейчас? Да нет, я забыл, что 4 здесь. Да, 4 и 3 сразу заметно. Да, Саш, обидно. Да, 4 ханта равно крауд, наверное. Так, такой на пол. Ну, наверное, крауд лучше. Крилляция, ты здесь? Дайте лапку. Каску еще пошибаем. А, есть, есть. Пробуем сделать вот это чиво. Нам нужно не попасть в ледяной склеп. Как это сделать? Нужно подождать, пока на большую голубую метку обрушится снег и забежать в этот снег. Нужно быстрее. Там Белин куда-то там. Отойдет. Начнем. Его из Насандера еще не выкинул. О, я же говорю, 30 секунд сейчас. Как без демона? А как диспелить? Не знаю. Магию диспелить. Ну тебе надо, сам кто-то подиспелит. На единичку ставь. Единичку, да. На двойку таун, бля. На тройку бабу, всего трое.
На 4 дух стаи. Фибрилляция поворотит это вот. На 5 камней возвращения, да, открываешь. Повороте, пожалуйста, спекнись с демона. Я тебе Амелу бафну. А мы-то весь рейд идем без демона, да? Ну я был там на пару боссов. Кого тут тапать? Сука. 2, 5, 6, 7 человек бафа для демона. Поворотик, троллит нас, по-моему. Ну ладно, погнали без него. Надоело ждать. А, да, еще хилов забыл сказать что-то. Хилы не бафуются, демоны. Ну да. Только не я. Я пойду пособираю бафы. Лучики там. Огоньку подведи. Сейчас будет ледяная вспышка, вот это ачива, которую я рассказывал. Надо встать сейчас на границу с метками, подождать, пока снег высыпется. Да у меня уже заебись, как высыпался, я же достал его убирать. Блин, мазь дисплей. Фу, ёпую мать. Больно-то как. Все, провалили то ачива. Ну ладно, ничего страшного. У нас есть еще ой, морозь. И заметни, я, блядь, не зашел. С это чего еще не провалено, если что. Провалено похолодание. Опять становимся на границу с метками. Забегаем быстрее. Смотрим, кто же это будет, кто же не забежит. Все забежали. Фантастика. Присты, присты. Если бы у вас было массовое рассеивание, смогли бы диспелить. Неплохо. Дали хуфность на одного босса срочно. Считай, на йога придет. Вроде ты тролль. Не поверишь, он орк. Сейчас я него еще раз спрошу. Воеватель. Нет, мы уже не там ничего. Я провалил? Не, я не пропачил. Ты тролль или нет? Да, ты орк. Кто ничего не проваливал, мы сделали чего. Но ты не мог бы спекнуться в демона. Скажешь? А Зенот демон, да? Его пока нету. Стой под молнией.
Нормально. Есть Holy Priest для удобства? Билин что-то не отображается в хилботе. Первая пати. Может забить на... Нет, бомба повис и из-за этого, наверное. Мне не хочется ни 100 под 0 нужно делать. Так бросить курить что-то очень легко, это же психологическая зависимость. Так дело в том, что половина мы психи. Прояви свою волю. Я ее еще не выбил. Завис. Смотрел стрим, короче, где чувак стримит, короче. Ну такой курит, курит сегу, короче, такой сидит. Ну нахуй, говорит, бросаю курить, выкидывает просто за спину, все такой сидит. Все, ребята, теперь я не курю, хуяк какой-то вайп произошел. Хуяк такой сигу закуривает. Я думал, пожарный сейчас или что-то поинтереснее. Ну, вывод, чтобы бросить. Ну, обычная история. Настоящий. Будешь танчить трэш. Ротрангер с нами, пойдешь в комнату. Азарак, я, Резифилакс в комнату. Турбол, остаешься здесь. Баш в комнату. Все этого хватит. А что делаем, Зимок? Этот... Этот молния бегаем. Да двух танков хватит, это не хармот. Вы заплатите за то, что посмели. Вы без смертей пешки дать. Может, в следующий раз я сбегаю в комнату. Ну сейчас пойти в комнату. Я просто там ни разу не бывал, да хоть повидать, что там. Какая-то фигня с мобами. Что особенно? По левой, по левой. На пульте. Спокойно, я дал топ. Топ Навара, капли. Пульте! По защитнику первым. Так, спокойно, нам сейчас не надо дамажить слишком много, у нас еще 1.5 минуты, подождем пока. Так наверху можем поставить. Да, не знаю, у вас там кто-то... Ой, я случайно метнул топорик. Там пет может ударить босса, если шарики будут с той стороны. Это дамажить. Давайте сейчас, скоро, через минуту начнется вторая фаза, все становимся в центр, в звездочку. Танки, поворачивайте босса под молнию, который будет выходить с стены, а Рейд прячется за боссом. В звездочку. Сделаем ищу. Стоим. Стоим. Варенька. Хорошо, без смерти. Стоим. А, кстати, никто не умер еще. Джерин, иди сюда, не бей босса. Артаности, да, если же шуба не запороть. Не, мы делаем не стой под мулом. Мы... После этого еще секунд 5 минут подожди. У него анимация каста пройдет.
защитников. Это, по-моему, Гера. Гера. Да, Гера. Давай, рост. Звезду все встали. Давайте, РДД, хилы взялись. Это... Да, танк, надо его поднимать. Это хардмод запустили? Да, да, да. Падаем на... Рель. Мы же сказали секунд 5 еще подождать. Ладно, если хочешь рель, пока первого босса я отойду, то я сейчас распущу этот рель. Как ты сам сказал, бейте, нет? Там сумняйте потом, когда босса подойдете. Что-то я дракон создан, конечно, самый четкий такой. Пацанский. Знаешь, что значит драка? Неудачники, заморыши! Прикольно, да, неудачники, заморыши. Ну да, не то, что этот конь галимый. Лучше на ветрокрыле летать, чем на коне. Пять. Заходим. Можете в эту оранжерею жизни налево. В комнату также сейчас идите. Кружок не трогайте. Смотрите. Повороте там придешь, поставишь шкаф. Есть жильцы комната? Можете поставить. У меня только рыба. Ну ладно, сейчас там будет Фрея. А, вот есть, спасибо. Дай шкаф помогать.
Поклонский-то тот? Ресенти. Комнату сейчас точно так же. Зарак хилит. Только танчит. Надо еще одного хила, наверное. Два хила тут хватит? Ну, если обычка, да. Ну, тогда ладно, нормально. Хизрак и я. Крест по шаману. А, кристаллик дал, да? Ну ладно. Да, молнии. Когда она будет выходить из одной стены, танк разворачивает на нее. Становится боссом спиной. Все бьют морду босса. Чтобы никто рядом с молнией не стоял. РДД убегает в сторону. Виталик, он тут? Я здесь, мне крест нужен. Креста не будет, Олег, пока. Кто был в комнате, так же идите. Пойдем. Нет, нет, ну... Понятно, что ханты стоят на рейнже, но смотрите, откуда молния идет. Раздражает этот босс, блядь. Ну, Олег пришел. Погодите, вы? Я помню вас. Это Барах. Но вы? Что это? Где... На мне звездочка стоит. Если будете стоять с этой стороны босса, то вас молнии не убьют. Ну, не ударит. Там кто в комнате, вы учтите, что... Учтите, что там мобы дают стан танку. С другой стороны. А что-то понятно. Тут совсем плохо в комнате. Там кто-то... По-моему, там минус 4. Да это лишние были, люди все нормально погнали. Хил да да есть. Ты не сказал, да, в какую сторону? Они их мог поубивали. Ну, там Каймадри дали стан, и, соответственно, он ничего не мог сделать. Но пола нет, Джерриан умер. Хорошо, что Джерриан на микрофон выключен. На пола нет, конечно. Ну ладно, мы все еще можем ее сделать. Только в берсу может отправимся. Сколько там этой сон? Ну не хэм режим. Че ты? У вас там трое осталось, да? Да. Да. Я думаю, как раз вот дойдете и берсерк кончится. Через полчаса. Хотя паляющий это ПМ поставь. ПМ кончится, отлично. Берса начнется. Про чемпиона играйте, сейчас поставлю его хуже. Тан ему сразу. Молнии не считается.
Мы перевесим катом, никого не дамажущие. Блин, сразу стан дает и все. У него там как раз от КДшницы должны. Сейчас, кстати, Белин, ты первый танчишь. Два танка, два хила. Что у вас там? 150. 1000 моба осталось? Да, 90-ка, 70. Все. Запустить? Вы что, спрыгнули просто так? Ханты выстрелить, блин. Блин, ну... Блин, жесть. Ханты не могут. На первом драйве полите, детонанты на этом не можете сагрить. Агрите ебаного босса, блин, петами быстрее. Ханты... Его невозможно так сагрить. Град стрел можно заюзать, можно в сторону отойти. Град стрел? Ну попробуем. Прошло и полгода. На. Ну, сразу минус хил. Стоимся в центре, сейчас будут молнии, буду бегать. Таймер берсы, кстати, изменился. Ну, видишь, молнии пошли, все на другую сторону перебежали. От босса, к Виталику. Отлично. Падают, да? Че они? Блин, ясно. Кого я же перебегал? Нет, ты не перебегал, ты просто стоял под молнией, ничего не слушал орела. Падать будем, да? Значит, не успел бы я. Ну че, добивайте или падает, Олег? Чего это? Добивайте, а потом вы гоните, что ли? Мне тоже что-то уже так вон бить его еще раз. Мне тоже не хочется с такими людьми. Я не успел, блин, я же не спецом, блин, провалил. Согрей, блин, согрей. Перебежи. Да, тут не только в тебе. Блин, согрей. Аркона кого-то поднял. Ты БДК? Да, отлично. Вон, видите? Бьет молния. Все прибежали на мою сторону. Не. За рак, по-моему, попал. Или не добав. Только дайте по ДК. Придержите мечи! Я стою! О, ачивку сделали, нихуя себе. Да, ребята, лучше. Тречи. На ролике завоевать ее. Олег, бота раскат, не? Не будет. Не будет. У меня нет получателя. Ну ладно. Ну, кто-то если может собрать, собирайте. Собирайте защитника. Ваня, что, соберешь РС-ку сегодня? Не-не-не.
Так какие резко сатанулы его? Ой, ой. Давай тогда копар соберет рез. Ну давайте 5 костерей голды скидываемся, я соберу резку. Ну я соберу только по рели. Ну давайте 5 костерей голды скидываемся, я тогда по рели. Давай лучше копар и ты по рели. Не, давайте да, по 5 кусок голды нормально по рели. Там раздели на 25, сколько получится там, сколько надо. Давайте мы сначала. 110к. Не. Всего 5к надо. С 25 человек это сколько будет? А ты 25, следующий 24. Ну, по 200 голд с членом. Копар платит 400, то есть за меня. Ага. Серьезно, мне стоит оставаться или нет? Или можно офиться? Ну чё, по 200 голды. Оставаться нашим. РС оставаться? Да. Ну это считай как на починку. Ну а шо, Фаси, РС не будет. А вы буду чё это место? Не знаю. Белин залетает, ПК, Джекивый пошел. Может что-то будет. Может даже кто-то зайдет и скажет, я сейчас соберу РС, мы такие пойдем и убьем. Но я не буду ничего собирать. Про последний рейд мой. В этом году. Ваня. Это все из-за Мелы. Ладно, тогда давайте всех с наступающим. Давай, я тоже. Можем, например, поменять ПДК. Если фриз пойдет ПДК, а вот этот чувак АДК. Как вам такая идея? У нас так и не появилось демона в рейде. Ты там или есть? Кто есть? Один демон. Нет, повороте демона спеть не слабо. Чё, варик для вас, убить просто босса или сделать чего? Очень сложно, там надо людей распределять. Я не в состоянии. Да можно для всех или группу. Давай самый сложный хармот сделаем, зарганем его. Какую гомосек? Кто ты? Ты же лесбиянка. Послышал зачивка гомосек. Вот пока ты ее делает. Да он ей живет. Красава, красава. Давайте бить. Плеточника слить. Пришел. Это нет, цветка слить. Под грибы. Под грибы и дерево. Дерево играем, да. Иди под грибы. БДК. Там должен забрать дерево. А, ну тут дар появился. Геру, не убежишься. Кто квест? Мелкие добейте. Страшно, не сагрите, там мобы стоят. Тут видел, лучше ее поближе к ручью. Так, а меня слышно? Ротрум Блери. Икс там, конечно. Подходи поближе. Это была сложная ачивка, умер только один. Могу всех поздравить. О, Олег Лутер на тебе. Инчан. Сейчас что, пожарного делать, да?
У меня есть алхимик, если шо. Давай тогда фласки мне. Так, говно, ничего так, говно. Хер его знает, что это, говно, пойдет, говно. Ну, давай, вы, который не знаешь, просмись, дай мне. Да я вряд ли что там. Кидай войду на почту, на ивент придет. Ну, хоть на танках фласки появились. Не загрите босса. Форфолы не жмите. Ты что, петов на пассив ставите, не ловеши? О, там что, пожарный хотел? Я мог сразу на хила зайти туда. Не будем, пожалуйста, делать ты что? Ты чё? Хотелось бы над мозг сделать, но мы его здесь не сделаем, мне кажется. Чё мы такие резкие какие-то стали? Чё не все прибежали? Это Джерри, он находил. Сейчас подожди, что всего поставишь прибежит. Да бой висит. У тебя есть бой? Нет. Кого там в повороте? Надо, короче, чтобы вы посоветовали какое-то кино посмотреть хорошее. Из Якудзы выдал и посмотри. Ваня, никто не понял эту шутку. Ну такая ничего, фильм, да? А помни тот фильм с Чаком Норрисом, где он в джунглях, короче, освобождает лагерь какой-то? У меня каждый фильм в джунглях, он кого-то освобождает. Суманите поворот, у меня будет. Суманули уже поворот. Там, короче, он по открытиям меня показывает. У тебя не... Он там в конце его подрывает, типа, ну, бьется с ним, потом выходит, подрывает. Повороти, ты тут? Идем без него, блин. Давай, ты кагри. Там мне есть поворот, я тебе поставлю почту потом. А был еще фильм, короче, где два дурака в это в монашек переоделись, короче. Смотрел кто-то? Сейчас будет, надо будет всем великам отбежать. Бежать надо в рейд, не на мини. Убегаем. Интересно. Только ничего не понял. Новости послушаем. Хоть звука добавьте. Это плохо слышно. Давайте радио во время рейдов слушать. Центр. DFM. Быстрее в центр. О, я два раза смог отпрыгнуть. Ачивка, выживший, ебать. Интересно, что наверх сейчас протанет или нет? Жаль. В это в робота залез, нихуя себе, тут панель управления есть. Красная кнопка какая-то. Написано не дожимать, да? Ну тебе надо еще 5 человек, и тебе будет команда могучих рейнджеров. Сколько их там было?
4 я был. 6. Там еще было 2 додика на мотоцикле. Додика. Видите, кто-то из рейда поймать красную метку? Вот я сам пока. Зачем говорить? Ну, иначе она будет в центре. Бензин. Кто-то точно сдохнет. Сейчас надо будет за спину ну, встать, смотрите внимательно. Ну я встал вот за спину. Тут дырка. Ну ты не успел вон. Надо запрыгивать сюда, подсадить. С РДД играете по башке. Вертолетель это... Да ты Таурена попроси, они высокие. Давайте все ханты будут бить башку на третьей фазе. Там остальные РДД в тело. Америки вниз. Сейчас выйдет моб, я на него поставлю метку, никто его не бейте. Его пилин заведет вот красную метку, даст стан. Вот он вышел, звездочка. Пилин забирай его, отведи в сторону. Третья фаза, бил трактор. Что надо было додуматься до такого? Давайте все под боссом. Тогда метка будет на Беллине, и он нормально легко заведет. Метка на Зионе. Заводи, видишь красную метку? А, там тоже. Отлично. Сейчас обстрел будет, не будет уже ничего. О, раз с ачивками. Да, это не те. Что, без смертей? Все равно, раз. Да, я думал, без смертей. После пожарного, конечно, это, блядь, как герой их нахуй. Да, засчитала без смертей. Конец связи. Там что-то тут все не особо сложно, что-то с Торимом проблемы были. Вечно танки умирают. Это 9 жизней делали, то только 2 ханта умерло и все, да? Че, есть тут танк? Пили на гри. Четыре ханта два роги. Больше хантов.
Тинефобия, проходная ачивка. Лучше хэмку сделать, а там уже тинефобия проходная. Что? Да хэмы же все за раз делаем, да? Да не, ну просто если делать тинефобию, то можно и хэмку сразу сделать. Включена стая, аккуратнее. Чё? Прыгай, бери. Я отойду на 2 минуты, пока прождем. Идите, пожалуйста. Блин, я один хилю. Олег, будем что-то делать? Тинефобию можно.